Здравствуйте, уважаемые зрители. Вот тут карапуз уже сам пристегивается. Масёк, ты там сам пристегиваешься? Помочь? У тебя, наверное, опять застряло это. Все. Теперь сам. Ну, давай сам. У тебя попадает туда кусок кофты и мешает, понимаешь? Вот, молодец. Вот это надо придется поменять, потому что неправильно сделано. Так, ну вот, сейчас мы куда с тобой поедем? Расскажи. На пляж. На пляж, да. Что мы там будем делать? Пески копать. Правильно, а еще что? Купаться. Не, сегодня купаться не будем, у нас же сейчас холодно еще. А я буду купаться. Не, там детская площадка. Вот сейчас мы поедем на Orchard Beach. Там есть детская площадка, он там поиграет. Там есть пляж, он сможет покупать. Вот видите, велосипед положил. Да. И там есть эта небольшая роща, он там ходит, шишки ищет, но он на велосипеде покатается. Так что все, поехали. Я еще там поищу мячики. Мячики? Хорошо, ну все, пока. Пока. Не берем. Ну вот, приехали на этот Orchard Beach. Я думал, тут народу не будет, а тут вон что творится. Парковка занята, все забито. Вон. Вот. Вон. Вон. Все твори, все забито. Короче, народу полно, хотя еще купаться рано. Вот сегодня где-то градусов 14. Тепла всего. Может там 15. То есть как бы никто не купает, еще не все приехали. Непонятно. Ну ладно. Максюх, Максюх, давай. Оставляй вот это вот. Это я буду все писать. Так, Макс, ты хочешь велосипед брать или не хочешь? Это мы с собой не будем брать, Максюш. Это у нас в машине. Нет. Это можешь здесь написать. А машины мы это оставим. А возьмем мы с собой что-нибудь другое. Можно взять с собой совок или велосипед. Велосипед. Я так поеду, потом огибаю. А то огибаю, туда заеду. Хорошо, пошли. Велосипед. Ну, чего? Ну вот, собственно, начали кататься. Вот он, собственно, вот эта вот парковка, которая забита удивительным делом. Ну вот, собственно, детская площадка. Вот, где полно народу. Вот, вот карапуз. Вот карапуз у нас сегодня. Он же любит готовить. Он же это, начинает готовить, что-нибудь готовлю, например, стейк. Он говорит, все, я тоже, я повар, все. Надевает шапку эту, фартук и все. Вот сегодня прихожу, он там с Женей готовит, повар. Фартуки. И потом я начал делать кашу, и он стоит рядом и стучит, соответственно, лопаткой, и стучит по кастрюле. Я говорю, Максюш, не надо стучать. Ну, стучит. Я говорю, Макс, ну, повара же не стучат, ты же, говорю, повар. Не, говорит, я козявка, мне можно. И дальше стучит. Вот тормозить еще нормально не научился. Вот вчера мы с ним вот учились тормозить на велосипеде. Он врезался вчера, стукнулся рукой. Поэтому говорю, все, давай учиться тормозить. Вот он это толком еще не тормозит. Фонтанчик еще здесь не работает, однако. Иногда вот так застревает, этот велосипед тяжелый, с толстыми колесами. Он застревает и не может ехать. Вот ему, у него же проколол он переднее колесо. Я вот поменял, снял с беговела. Одинакового диаметра сюда поставил. Он катается. Там это колесо, оно чуть по, ну, более подходит для асфальта. Там протектор не такой толстый. Оно чуть поуже и легче ехать немножко. Пузыри? Да. Хорошо. Снимай. Да не надо снимать никуда, Макс. Куда ты его денешься снимать? На. Велосипед. Ой, это же не пузыри.
В другую сторону, Максюк. В другую сторону повернись. Вот туда, да. Слушай, Максюк, давай-ка, может, снимем этот... Снимем с тебя мастерку, а то тут довольно тепло. Надо, наверное, снять. На солнышке реально тепло. Тут не 14, сегодня больше. Надо под 20, наверное. Давай снимем. Ну вот, сняли футболки. Ну, градусов, наверное, это... 16, может, вот так вот. На солнышке, может... Ну, тепло на солнце. Реально, вот... Футболки нормально. Ну что, еще куда-нибудь поедешь, Макс? На велосипеде? Туда. Куда? На качели. Качели? Ну, поехали. Так ты слезь с него, подтолкни. Все занято? Да-да, давай пока пойдем поиграем в другом месте, а когда освободится, пойдем на качелю. Сейчас пока поехали, покатаемся на велосипеде. Давай, заезжай. Ну, Макс, его не надо так отпускать, вряд ли он кого-нибудь врежется. Здесь вот летом включает фонтан, карапуз с ним играет, и все дети тоже. Сейчас это еще не работает. Ну, вот сейчас еще рано, еще холодно. Вот этот вот это местный контингент, вот видно какой, что белых-то мало. Вот конкретно на этом пляже. У нас вот соседи, например, белые, они на этот пляж не ездят. Они ездят соседние, тут рядышком есть пляж. У нас специальный пропуск нужен, только для тех, кто живет в Вестчестере дается. Соответственно, вот эти все жители Бронкса туда не ездят. Это мы сейчас в Бронксе. А, они ездят сюда. А, соответственно, вот эти жители из Честера, да, они ездят туда, там одни белые. Максюк, ты куда велосипед потащил? Ты куда потащил велосипед, карапуз? А зачем ты его туда тащишь, Макс? Зачем ты тащишь велосипед, скажи, наверх? Зачем?
Максюх, зачем? А зачем ты его туда поднимаешь, скажи мне? Зачем? Зачем? Что ты хочешь с ним делать? Горки велосипед? Да ты что, не, Макс. Он бьется. Не надо с горки велосипед. Не надо это делать. Давай пусть тут съесть. Не надо, здесь дети играют, Максюш. Здесь надо велосипед убрать отсюда. Вон туда. На, катайся. Макс, осторожнее, не езди туда, не езди, там качели. Не езди, да, там могут качели. Так, Надь. Не езди туда. А вот, собственно, и сам пляж вон там вот. Поехали вон туда, посмотрим, что на пляже. Поехали. Ну, посмотрим, что там, и снимем на камеру, все смогут посмотреть тоже. Поехали туда. Вон туда, Максюш, вот сюда, вот сюда. Хорошо, развернись. Давай, поехали вон туда вот, вдоль пляжа проедем и посмотрим, что там. Вон там еще велосипедисты, давай их догонять. Вот так вот он тормозит, вот смотрите. Как я тебя уже учил, как надо тормозить, скажи мне. Вот так, правильно, да. Помоги. Что помочь? Вот, смотри, еще один велосипедист. Вот этот самый пляж, мы как-то сюда приезжали, но это никак покупаться-то не удалось, когда не пускали никого в воду. Ну, люди что-то тусуются. Макс, как надо тормозить? Как я тебя учил тормозить, Макс? Максюш, как тормозить правильно? Она мне совком. Она мне пузыри, да, подуть. Так, ты хочешь совок или пузыри? Пузыри подуть чуть-чуть. Да. Вот тебе пузыри. Вот и надул-то сколько пузырей-то, Максюх. Много? Будь здоров.
Ой, Макс, ну что ты сделал? Теперь это все нельзя туда, ты все уже... Теперь пузыри не будут работать, песка набрал. Вот, собственно, вот тут вот баскетбольные площадки. Играют в баскетбол. Местная молодежь с Бронкса. А дальше там еще есть для сквоша, по-моему, площадки. Это, по-моему, сквош называется. Игра об стенку играют мячиком. Типа тенниса, только об стенку. Сейчас, может, туда съездим, посмотрим. Макс, как правильно тормозить? Покажи мне. Опять вот ногой пытается. Да, вот так, молодец. Поехали. Максюх, ты куда? Так садись на велосипед и едь туда. Макс, поехали вон туда, посмотрим там, где сквош играют. Поехали туда дальше, посмотрим, где там в сквош играют. Поехали. А вот сейчас увидишь, поехали. Я тебе покажу, поехали. Такая игра. Поехали, я тебе покажу. Вот здесь, видишь, баскетбол играют, а там дальше после баскетбола будет сквош. Поехали. Что? Да, вон туда надо, направо поворачивай, вон туда. Вот сюда, в дорожку проезжай. Проезд. Да, вот сюда поехали, правильно. Поехали, как тормозить надо? Как тормозить надо? Как тормозить? Вот с горок не хочет ехать. Давай, Максюша, я тебе помогу, садись. Не бойся, я тебе помогу. Что? Ну куда ты пошел-то? Садись на него. Садись нормально, едь. Вон туда проезжай. Как горка, прям это, боится, что улетит на этой горке и сразу спускается, слезает с велосипеда, смотрится. Максюша, смотри, куда едешь. Вон тут вот волейбол появился. Вот он, этот сквош. У них есть специальные ракетки. Вот, смотри, вот это, видишь, сквош играют. Ну вот, вон там, где играют толстые тетки. Да, вон там. Да, вот тут, вот тут, вон, видишь, они играют. Что? Ты что, застрял? Нет, просто упал. Просто упал. Ну что, поехали дальше? Да. Садись. Так, по заводке поедем. Или поедем в рощу собирать шишки. Да. Хотя нет, не надо, там тень будет. Нет, поехали обратно. Ну, мне собирать. Потом пойдем, когда наденем кофты. Сейчас солнышко, лучше на солнышке побыть. Thank you.
Правильно затормозил? Да. Молодец. Я делал так сколько. Молодец. Так вот они. Куда они идут? На пляж. Они там будут, наверное, это отдыхать. Здесь бывают пляжи, куда с собаками нельзя. Что, поехали? Я застрял. Ты что, застрял? Нет, просто отдыхаю. Не, Макс, да велосипед не надо. Там играют дети, не надо туда велосипед, не надо. Велосипед можно припарковать вот тут. Я хочу писать. Писать? Ну, пошли в туалет. Писать теперь только на велосипеде. Вот, собственно, это самая кубинская тусовка. Вон она. И вот теперь вот это вот все лето так вот. Каждый день с утра до вечера будет. Но только там потом их больше становится, тепло. Они тут уж, наверное, не первый день, вот так вот. Это мы первый день. А у них тут стульчики с собой приносят и живут тут целыми днями. Чего? Что, пузыри? Ну, доставай. Они еще работают? Да, кстати, надо. Не надо меня вытирать, Макс, ты чего? Чего надо вытирать? Ну, можно пойти вот там сполоснуть водой в этой в туалете. Давай, засовывай их обратно, поехали, сполоснем. Давай, садись на велосипед, поехали. Поехали, поехали. Смотри, куда едешь. Блин, включился. Камера у меня включилась в рюкзаке, работала целый час. Мы тут с карапузом. А она в рюкзаке была, если ничего не снимала. Да. Ну вот сейчас вот здесь вот такой вот корабль. Вот, вот он залез туда, капитан. Кричит, что он капитан. Вот детская площадка, вот тут бегает сейчас, только что вот там какое-то время назад на качели качался. Вот сейчас вот здесь носится. Я пока не могу.
бежала. Ну вот, подошли с ним вот такой тут роща есть. Вон она, да? А вон она куда залезла. Мы тут с ним пришли, на самом деле хотели это, искать шишки, но он катается на велосипеде и не слезает. Вот. Ну чего, поедем дальше, поехали туда. Не хочу вниз по голке. Так это не вниз, тут я тебя держать буду, не бойся. Давай. Не хочу. Вот я тебя вот так держу, не бойся, вот крепко, давай. Хочу я. Ну как я тебя учил тормозить, как правильно тормозить? Пусть он сам стоит. Ой, он сейчас упадет тогда, если он сам. Стало вот прохладнее под вечер. Мы надели, соответственно, мастерку на карапуза. Надо его толкать. Вот, давай. Ну, ты толкнул его так, что он аж упал. Теперь надо делать. Ну, доставай его оттуда. Из ямы? Да. Ну что, куда поедешь? Туда поедешь, Макс? Да. Туда поедешь, видишь, не вниз. Франциски. Ну пойдем посмотрим, что там. Там и может. Ну, может и шишки, а может и белки. Вон она бегает, белка. Помоги! Чего помоги? Я застряла. Нет, ты просто отдыхаешь. Вот такой тоже интересный момент. Он на эти два боковых колесика встает велосипед, а колесо ведущее в воздухе болтается, прокручивается и все. То есть он педалями крутит, а велосипед никуда не едет. Вот написано. Вот здесь вот. Мы туда не пойдем, Максюк. Здесь написано, что тут могут быть клещи. Да, написано. Что могут быть клещи, поэтому мы туда не пойдем. Мы обратно пойдем. Чтобы на нас клещи не напали. Давай. Обратно. Ну они там в траве живут. Что они там делают? Живут. Клещи такие маленькие, они могут это забраться и укусить и пить кровь. Такие маленькие насекомые клещи. Да, мы к ним не пойдем, да. Мы к ним не пойдем. Мы не хотим, чтобы нас клещи укусили. Вот тут вот в этом парке расположены вот такие вот, вот мангал. Вот, соответственно, это столик, где можно это бухать. Сделать шашлыки. Бухать.
Бухать, Максюша, не ругать. Бухать. Что? Пугать? Да, пугать. Кого? Клещей и белок. Где? Ну, убежали уже, ты их всех распугал. Да. Куда убежали белки? Клещи, где? Клещи в траве, они очень маленькие, их не видно. Не видно. Они спрятались, они очень маленькие. Они все спрятались. Не маленькие, боятся тебя. Почему? Потому что они маленькие, а ты большой. Что ты надел здесь? Ну что, вниз по горке, ты же не хочешь один. Вот тут такие интересные птички бегают. Вот. Такие. Красным тельцем. В России я таких не видел. Вон они. Карапуз, не надо дальше, там горка, не надо дальше. Не надо дальше идти, Макс. Там горка, подожди меня. Потому что велосипед может укатиться по горке, в кого-нибудь врезаться. Давай. Нет! Чего? Я хочу там сам сидеть. Самого его не надо, он может кого-нибудь врезаться. Он, видишь, там мальчик упал, у него может врезаться. Не надо сам. Давай я его понесу. Почему? Ж не надо, чтобы вон, собственно, океан там. Вот тут играют пацаны в хоккей на роликах. Гоняют. Какать? Отлично, Макс. Поехали домой какать. Отлично. Да, домой поехали какать. Все, давай, говори всем пока. Пока, козявки. Ну, Максюш, скажи хорошо пока. Пока, новости сегодня.